Привет. Хочу рассказать о своих результатах, как вообще о новостях, которые сейчас происходят. Совсем недавно я выполнил условия от компании, выполнил условия промоушена. И ровно через неделю на киевской сцене, где мы будем праздновать годовщину клуба Прав ТВ, в рамках которого и работаем, мне компания вручит iPad 2 от Apple. То есть, ну, это планшетник. Второе. Сегодня вечером я отправляюсь в Киев на закрытый спецтренинг для партнеров. Там будет 8 человек, 80 человек из 13 тысяч. Третье. Результат по работе в компании. Ну, за эти 3 месяца выполняя простейшую работу, то есть заводил людей на сайт. Кстати, ссылку можете увидеть под моим видео. Там будет короткий ролик. Если вы посмотрите, вкратце поймете, что и как это работает. Ну, главное попасть на тест-драйв в прямом эфире. Я заработал более 2500 долларов. И бизнес развивается больше и больше, и команда растет, и чек, и так далее. То есть, темпы очень мощные в рамках этого клуба, клуба Прав ТВ. Еще хотел сказать, что, конечно, и мы не занимаемся каким-то навязыванием, уговариваем. Бизнес развивается вне зависимости, с вами или без вас. До связи.